Основатель сети пиццерий Папа Джонс Джон Шнитцер Папа Джон подал в суд на компанию после увольнения с поста председателя совета директоров. По его словам, решение об отстранении от управления принималось на основе слухов и инсинуаций и было, возможно, заранее запланировано. Об этом сообщает CNN. В Папа Джонс уже назвали этот иск бесполезным и затратным, по словам Шнитцера, который лишился поста из-за российских высказываний. Произнесенное им слово «негр» было использовано в описании речи основателя KFC полковника Харланда Сандерса, но сам он не думал его применять. Бизнесмен также отметил, что компания не стала даже проводить никакого расследования, прежде чем лишить его должности, как отмечает телеканал Шнатору. Между тем, все еще принадлежит 29% акций Папа Джонс. Ранее в июле фирма обвинила своего основателя в расизме и отстранила его от управления. Имя Шнитцера было изъято из всех рекламных роликов и маркетинговых материалов. У него также отобрали кабинет в штаб-квартире компании. Такое решение было принято после конференц-колла с топ-менеджерами сети и представителями маркетинговой компании Laundry Service. В ходе выступления, на котором его спросили о поддержке праворадикальных групп, бизнесмен сказал, полковник Сандерс называл черных неграми и еще несколько слов, которые сочли российскими. Папа Джонс управляет 5000 ресторанов по всему миру. По объему продаж сеть уступает только конкурентам из Domino's и Pizza Hut. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.